Всем привет! С вами Ольга Чернова. Вот и к нам на Алтай пришел арктический циклон, который хозяйничал по стране целый месяц. Холод собачий, днем 4 градуса, ветер шквалистый просто. Ночью обещают минус 2. Мы снова упаковались все в пленки, уже третий раз за сезон. Единственное, что томаты, которые высажены в открытый грунт, я вот все думала, как их прикрыть. Пластмассовую тару и полторашки, и все сдувает моментально. Я вот несколько оставлю ради эксперимента открытыми. А на метелицу, сейчас покажу, какие оделаем. Одела скафандрики, 3-литровые банки. Видите, они там запотели, им там тепло. И вот я думаю, что в баночках они у меня перезимуют минус 2. Не знаю, ни разу так не делала, никогда не было такого ветра. Обычно полторашками прикрывала или чем-то, а сегодня все сдувает, вообще все. Вот, мы теперь под баночками, сразу уже заготовка на зиму. 2 дня будет минус 2 ночью, посмотрим, как все переживет. Тоннели опять упаковала, все упаковала, ветер, холод, вообще невозможно. Снег пролетает, наверное, весна нынче точно не придет к нам. Ладно, будет изменение погоды, я вам потом покажу. Пока что у нас холодно-холодно, пар идет изо рта.